у нас возникла такая ситуация, что вот мы здесь ходим практически каждый день, и доступная среда получается у нас сложно доступная и даже опасная. Потому что вот нам, например, каждый день мы ходим, нам или до остановки нужно дойти, или до мусорных контейнеров. И единственная дорожка, которая ведет вдоль садика вот 117-го напротив Саперной 5, вот, она практически непроходимая. Там ямы, вот сейчас в дождь они покрыты водой, заполнены, и там просто можно только плыть. Вот. Ноги подворачивали сколько раз. Зимой, естественно, все это, если обледенело, то они, соответственно, ямы скользкие. До автобусной остановки не добраться. До автобусной остановки не добраться. Другие ориентиры, там практически нет ориентиров, потому что либо это дворовая территория, там большие пространства, нет бордюров, по которым мы ориентируемся, машины стоят, столбики металлические, цепочки и все прочее. В общем, ходить очень опасно стало по нашему городу Саратову. Вот, очень грустно, и просьба, конечно, огромная помочь. Очень сложно. Терпение уже лопнуло. По ходу движения, кажется, то есть выкидывая, например, кажется, тот же самый мусор, кажется, просто, кажется, дойти до туда, либо, кажется, дойти в магазин, кажется, за продуктами. Первоначально сначала, кажется, все лужи померишь, если это вот дождливая погода. Дождливая погода, она достаточно, надо было продолжительный участок времени у нас. И либо мокрый, либо потом последствия, кажется. Когда идешь, люди подсказывают левее, правее, но в данном случае я не вижу, куда может человек может показывать левее, правее, кажется. Приходится вот по ориентирам, по ребрику, вот просто по ребрику, так вот на цыпочках ходить по ребрику. А там, кажется, лужи, кажется, вдоль по ребрику, оно буквально 1.5 метра, кажется, и ни влево, ни вправо, кажется, эту яму, уже ну, заполненную лужу по щиколотку, например, кажется, точно так же не обойти. И доходя, кажется, таким или образом, стараешься, кажется, либо пробовать на носочках перепрыгнуть и как бы вот таким образом. А так идем вдвоем, говорится, рукой держимся. Если, то, если вдоль поребрика, говорится, идем, либо вдвоем по поребрику идем, говорится, друг друга держим. Вот, сейчас сегодня, вот, например, да, обратно шли, говорится, когда боком аккуратно, ну, промежуток где-то около 50 метров там, говорится, буквально, говорится, вот такой момент. Он не сильно, говорится, удобный, но она единственная дорога, которая, говорится, в первую очередь, ну, до автобусной остановки, до социальных объектов, до тех же, до той же самой поликлиники, если доехать. Как булькать перестанет, значит, можно спускаться. Не булькает, тут мы идем. Если бы видели, бы обошли бы посередине, бы, а так, да, и по ориентиру идем. А обращались в Ленинскую администрацию и разговаривали, значит, как он представился, Арутюн по дорогам, консультант. Глава Ленинской администрации тоже сказали в курсе и обещали сделать до конца апреля. Вот сегодня уже 12 число, май месяц. Вот, до конца апреля, ну, какого года, не уточнили. Но мы надеялись, что этого. Вот до сих пор все не начато. Нет, писали, да. Сняла мамочка, которая забирала ребенка из детского сада. Она сказала, что уже второй ребенок у нее в этом детском саду. 10 лет уже пишут заведующие, родители. Никаких результатов, никаких действий нет по этой дороге. Там дорожка небольшая. Там дети просто могут ноги вот себе переломать. Если он вышел, ребенок выбежал из садика и побежал, там очень опасно. Да. Это я все забросил? Да. Там полный, что ли, такой?